Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – один из самых важных и почитаемых в христианстве. Его история берет начало с вторжения киевского князя Аскольда в Византию в 910 году. В те годы подобные набеги несли смерть и разрушение, поэтому обреченные жители Константинополя стали молиться Богородице о защите и спасении. И чудо произошло. Согласно преданию, святому Андрею во Влахернском храме ночью было видение. Пресвятая Богородица, озаренная небесным светом, и в окружении ангелов и святых парила в воздухе. Она с остальными верующими молилась Господу и плакала, прося о защите для горожан. После молитвы Богородица сняла с головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, знаменуя этим подаваемую ею всему христианскому миру защиту от видимых и невидимых врагов. Спасенный город уверовал в силу молитвы, а киевский князь со своим войском, шокированный происходящим, уверовал в Бога и принял христианство. Сам праздник символизирует защиту, которая дает искренняя молитва. Бог создавал нас для любви друг к другу, но необходимо послушание. Но вот это отсутствие нашего послушания, оно приводит нас к всяким катаклизмам. И в это время Матерь Божия, она всегда ходатает рода человеческого, и мы обращаемся к ней: «Пресвятая Богородица, спаси нас». И вот этот день, она во всех местах, все народы, все государства получали ее заступничество. А в нашей стране и наш народ, наше государство имело множество таких определенных случаев, когда Матерь Божия посещала нас. Это Пицунда, это Бзып, это Анакопия. Богородица услышит всех тех, кто усердно молится ей, и она обязательно все передаст Сыну Своему, Господу нашему Иисусу Христу. Ежегодно в праздник Покрова Пресвятой Богородицы православные Абхазии и паломники идут в храмы на праздничные богослужения. Люди молятся Богородице о здравии и защите от невзгод. Поздравляю весь абхазский многонациональный народ с большим праздником Покрова Пресвятой Богородицы и желаю всем здоровья, благополучия, достатка и мира на нашей земле. Мы сюда приехали как паломники из Беларуси, издалека, и Матушка Божия нам очень помогла. Мы вообще немного нездоровы, трудно ходить. Совершили мы наше паломничество и в Каманы, побыли и у святого Симонова Канонита, в Лыхнах, поэтому очень благодарны Божьей Матери, Господу, потом пришли сюда поблагодарить. Поздравляем с праздником, всем здоровья душевного и телесного желаем. Все богородичные праздники мы обязательно ходим, и Благовещение, и Рождество Пресвятой Богородицы, и сейчас вот Покров. Как каждому православному хочется в первую очередь спасения души пожелать. Ведь, в принципе, в храм-то мы ходим для этого, для того, чтобы помочь душе своей спастись. Покров Пресвятой Богородицы является символом веры и защиты каждого просящего. Считается, что Дева Мария помогает избавиться страждущим от бед и разочарований, обрести веру в себя и Всевышнего. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.